Дорогие, мы здесь с вами сегодня, чтобы побудить вас сосредоточиться на вашем собственном путешествии в прекрасное новое будущее. Эти последние времена были сложными для вас, и у многих из вас были проблемы, которые вам пришлось преодолеть. Вы долго и упорно трудились, чтобы приблизить себя и других к этому текущему моменту времени. Но все вы можете с нетерпением ждать будущего, которое будет сильно отличаться от прошлого. Как многие из вас, возможно, видят, вокруг вас есть проблески надежды, которые показывают вам, что это время пандемии подходит к концу, и вы войдете в нормальное состояние. Однако новый мир не будет похож ни на что из того, что вы когда-либо знали раньше. Многие люди в мире могут думать, что они вернутся в мир, который они знали в прошлом. Но, как вы, возможно, знаете, это не так. Как способ, вы будете играть ведущую роль в новом мире. Но сейчас вам самое время расслабиться, подвести итоги и поразмыслить о том, каким может быть этот новый мир. Пришло время вам проявить этот новый мир, но вам всем надлежит сделать этот мир лучше, чем он был на протяжении тысячелетий вашего времени. Вы все прошли через тихую, но смертельную войну, и вы почти достигли конца этой войны. Пришло время вам расслабиться в уверенности, что война теперь выиграна. Большая часть вашей энергии была потрачена на борьбу с этой войной, так что сейчас вам пора отдохнуть и восстановить силы. Теперь вам пора войти внутрь и, наконец, исцелить себя, чтобы вы могли первыми войти в это новое небо на земле. Многие из вас были так сосредоточены на борьбе, что даже не задумывались, как это может быть, когда битва закончится. Вы находитесь в режиме постоянной битвы. Вот почему для всех вас так важно отдыхать, погружаться внутрь, исцеляться, созерцать и проявлять все, чего вы так желаете. Многие из вас так долго участвовали в битвах, что, возможно, забыли, за что вы сражались. Однако сейчас пришло время это выяснить. Теперь вам пора войти внутрь, призвать свое высшее Я, чтобы выяснить, чего вы действительно хотите в это новое время, которое грядет для всех вас. Некоторые из вас могут выбрать ведущую роль в новых сообществах, которые выходят на первый план. Другие могут выбрать более простую жизнь. Это действительно все зависит от вас. Предстоит многое сделать, и многим людям предстоит исцелиться, когда другие осознают, что происходило в последнее время. Будет много потрясений, поскольку тем, кто думал, что их жизнь идет по верному пути, придется смириться с тем, что происходит, о чем они ничего не знали. Всем придется смириться с тем, что они сделали, и те из вас, кого в прошлом критиковали за ваши взгляды, наконец-то будут оправданы. Те из вас, кто неустанно трудился во имя света, будут почтены за ваше терпение и стойкость. Многие из вас жили в своего рода бедности, но на самом деле большая часть мировых финансов была украдена у вас, и в будущем вы сможете вернуть эти финансы и сможете проявить все, что вы так желаете. И поэтому, дорогие, пришло время подумать о том, чего вы все хотите или в чем нуждаетесь, чтобы иметь возможность жить в идеальном мире. Деньги не будут для вас предметом, так как вы все будете иметь все, что пожелаете.
это будет так, как если бы вы начали все сначала. Новый мир не будет похож ни на что, что вы когда-либо знали раньше. Не ограничивайте себя, знайте, что все ваши проблемы со здоровьем и финансовым положением могут быть излечены. Теперь пришло время войти внутрь, чтобы соединиться со своим Высшим Я и снова найти себя. Это новое будущее сейчас в пределах вашей досягаемости, но вы должны жить настоящим моментом, чтобы достичь его. Будьте едины с собой в настоящем, чтобы воплотить в жизнь свой новый мир во сне. Как всегда, взывайте к нам в своих мечтах и медитациях, потому что мы все были там, где вы сейчас. Мы приветствуем вас в этом новом раю на земле, которым вы все будете наслаждаться. Мы посылаем вам много любви и много благословений. Мы – Сириус, Тея, Грейс.